Привет! Хотите научиться откладывать заработанные деньги? Тогда нужно научиться экономить на товарах и услугах. И если вы сейчас смотрите ЛРТ, значит, вы на верном пути. Это программа топ-скидок. Цены растут, а зарплаты за ними поспевают едва. Но как же хочется при этом выглядеть хорошо, модно одеваться и не забывать о развлечениях. Я вас всему этому научу. Смотрите топ-скидок на ЛРТ, и вы всегда будете в курсе, где можно получить нужные услуги или товары по скидке и с высоким качеством. Приступаем к нашему традиционному рейтингу скидок. Сегодня за ваше внимание и звание самого выгодного предложения поборются 5 участников. И это акция «Переходи без потерь» от интернет-провайдера New Lime, магазин Fashion Look со скидками на летнюю коллекцию одежды, центр косметологии Юлии Вороновой с предложением на процедуру карбокситерапии, скидки для пенсионеров на мед от тамбовских пчеловодов и акция на мойку автомобиля от МСТО. Кто же победит? Узнаем! Пятое место отдам акции от МСТО на мойку автомобиля. Каждая восьмая СПА-процедура для вашей машинки бесплатно. Ну как тут не стать постоянным клиентом? Приехав впервые в МСТО, вы получаете бонусную карточку. В ней отмечается каждый ваш визит в сервис. И вот, приезжая восьмой раз помыть авто, вы просто отдаете свою ласточку без какой-либо оплаты. Я хочу напомнить, что не за горами время дождей, слякоти, грязи. Хотя, конечно, если вы принципиально не моете машину, потому что грязные номера не считываются камерами видеофиксации, то вряд ли вас будет волновать эстетическая сторона вопроса. Но ведь дело не только в эстетике. Во-первых, поднятая с дороги жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, скрадывает обзор. Во-вторых, вместе с грязью на кузове оседают и химические вещества, и не только противогололедные, и они разрушают лакокрасочное покрытие. А если на нем есть дефекты, то химия может добраться и до металла. Поэтому экономия на мойке может влететь в копеечку. Кстати, об экономии. На машину B-класса комплексная мойка обойдется 800 рублей. А делать ее нужно хотя бы раз в две недели. Вот и посчитайте, сколько вы сэкономите за осень, зиму и весну, когда мойка особенно актуальна. Акция полезная, но почему тогда лишь пятое место? Я, как автолюбитель, считаю, что если бы бесплатной была хотя бы каждая пятая мойка, было бы еще интереснее. Четвертое место нашего рейтинга топовых скидок занимает интернет-провайдер New Lime и предложение под названием «Переходи без потерь». Что это значит? Сталкивались с таким, что дома постоянно плохо работает интернет, а деньги с лицевого счета стабильно исчезают непонятно куда. При этом вечера вы проводите за звонками в техслужбу, но там ничего вразумительного вам не говорят. И хотелось бы сменить провайдера, да деньги заплатили наперед. Если решили сменить провайдера на честного и профессионального, я считаю, что стоит обратить внимание на New Lime. Они предлагают безболезненный переход в их добрые профессиональные руки. Если у вас уже есть действующий договор на оказание услуг связи с любым провайдером, New Lime при подключении сам пополнит ваш лицевой счет ровно на ту сумму, что осталось на счете у текущего провайдера. Получается, вы ничего не теряете, а наоборот, выигрываете. Высокую скорость доступа в интернет, стабильное соединение и доступные тарифы. Короче, жизнь налаживается. Такая выгодная акция, к сожалению, не вечная, продлится ровно до конца года. А Новый год-то совсем уже скоро. На этот случай стих. Хватит терпеть и мириться, пора высоким качеством связи насладиться. Узнать подробности и оставить заявку на подключение можно по телефону 498-659-89-98. New Lime, переходи без потерь, четвертое место. Переходим к пьедесталу. Бронзу получает акция на процедуру карбокситерапии от Центра косметологии Юлии Вороновой. Весь сентябрь стоимость одной процедуры 2000 вместо 3500 рублей. Если вы боитесь или просто не хотите прибегать к уколам красоты, то процедура экспресс-омоложения для вас. Сеанс состоит из двух этапов. Сначала врач-косметолог проводит очищение с помощью хитрого приспособления. Активные лечебные компоненты специальной сыворотки проникают в глубокие слои кожи, благодаря этому она насыщается кислородом. Полезно для жителей загазованного мегаполиса.
Одновременно с этим с лица отшелушиваются ороговевшие клетки эпителия, личико становится гладким, отдохнувшим. Затем следует этап РФ-лифтинга, в результате него кожа подтягивается, а ненавистные морщины сокращаются, реальная альтернатива инъекциям, а в конце наносится увлажняющая альгинатная маска. Центр косметологии доктора Вороновой находится по адресу город Люберцы, улица 3, почтовое отделение, дом 102. Итак, процедура карбокситерапии за 2000 рублей от Центра косметологии Юлии Вороновой – третье место нашего пьедестала. Нет, ну классно! С утра сходила к доктору Вороновой, а вечером ты богиня! Кто же будет на втором месте? А это тамбовские пчеловоды! Они предлагают акции на свою продукцию для пенсионеров. Скидка 10% на полезное лакомство. Ярмарка меда развернулась возле торговых рядов. Там можно попробовать 10 сортов этого жидкого золота. Вся продукция экологически чистая. А еще тамбовские пчеловоды привезли редкие продукты. Соты, пыльцу, прополис и воск. И, внимание, аллергиков, для вас есть мед белой акации. Считается, что для человека особенно полезен тот мед, который собран в тех же климатических условиях, где он проживает. Мы, люберчане, должны искать эту полезную сладость, произведенную в средней полосе России. Тамбов как раз подходит. Любители сладкой жизни должны поторопиться. Купить мед от тамбовских производителей можно до 23 сентября. И напоминаю, пенсионерам скидка 10%. А найти медовый источник несложно. Рядом с торговыми рядами у таможенной академии на Комсомольском проспекте. Акция на мед от тамбовских пчеловодов – серебро нашего рейтинга. А вот и победитель! Акция на летнюю коллекцию от магазина дизайнерской одежды Fashion Look. Смотрите внимательно! Прекрасная пора очей очарования. Это все про осень. Но вообще-то осень еще и довольно-таки унылая пора. А я вот хочу продлить себе лето и сделаю это с помощью шопинга. Как раз в торговом центре «Текстиль Профи» в магазине Fashion Look скидки на летнюю коллекцию. Александрова Светлана, Рухара, Рыхлова Ольга. Нет, это не мои друзья из Инстаграма, это модные дизайнеры. И, кстати, на дизайнерскую эксклюзивную одежду и действует скидка. Вот, например, на этот топик 30%. Кстати, осень – это свадебная пора, и если вас уже пригласили на это или любое другое торжество, то здесь вы найдете самые яркие эпатажные наряды. Кстати, вот это платье стоило 20 тысяч рублей, а сейчас всего 10. И оно здесь в единственном экземпляре. Женщина – настоящий бриллиант, и ей необходимо достойное обрамление. А вы что больше любите – золото, платину или серебро? Я платину. Одна вещь хорошо, а две лучше. И если вы покупаете платье от Елизаветы Беловой, то в подарок получаете футболку. Кстати, полоска никогда не выходит из моды. Акция на летнюю коллекцию в магазине Fashion Look продлится до конца сентября. А это вторая волна отпусков. И если вам посчастливилось отправиться к теплым берегам, то этот сарафан со скидкой 50% должен попасть к вам в чемодан. Магазин Fashion Look находится в торговом центре «Текстиль Профи», поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 47. Места распределены. Давайте вспомним, какие акции стали самыми выгодными на этой неделе. Пятое место – акция от МСТО. Каждая восьмая мойка автомобиля бесплатно. Четвертое место – интернет-провайдер New Lime и акция «Переходи без потерь». Серебро взял Центр косметологии Юлии Вороновой и скидка на процедуру карбокситерапии. Второе место – скидка 10% на мед для пенсионеров от тамбовских пчеловодов. И победителем этой недели становится акция на летнюю коллекцию от магазина дизайнерской одежды Fashion Look. Что ж, о самых выгодных акциях я вам рассказала. Хотите еще? Следите за нашим рейтингом и знайте, покупать со скидкой – признак не бедности, а бережливости. Это была программа «Топ скидок» на ЛРТ. Смотрите нас в эфире телеканала и на сайте lrt.tv. С вами была Александра Томей. Выгодных вам покупок!